Мгновения Великой Победы. Они уже далеки, но от времени подвиги не тускнеют. Как донести до каждого детского сердца важность событий 40-х? Во всех школах области прошли мероприятия, посвященные Великой Отечественной. Какая вам награда больше всего дорога? Какая больше всего дорога? Я вам хочу сказать, что для меня дорога за победу над Германией. Ветеран Великой Отечественной Виктор Беловолов доносит до ребят простую истину. Независимо от званий и наград, каждый, кто принимал участие в борьбе с врагом – герой. Общение с участником страшных событий сегодня на вес золота. Это возможность узнать правду из первых уст. Мне было интересно узнать, как живет ветеран, что с ним было во время жизни. Мы учили стихи, учили песни, волновались, что ветеран не придет. Но мы рады и горды, что он пришел. В нашей школе проходили пятиминутки в рамках акции «Мгновение Победы». Также были задействованы музеи. Это краеведческий музей, музей боевой славы, где постоянно в сотрудничестве, в тесном сотрудничестве мы проводили уроки памяти. В памятных акциях участвовали все ученики 59-й школы, а это почти 1800 ребят. А значит, подвиг героев не будет забыт.